Сейчас сделаю обзор кухни-гостиной площадью буквально 15 квадратных метров. Здесь будет жить молодая пара. Установили небольшую кухню, наверное, особо много не готовят. Для них это будет достаточно. Здесь у них находится стиральная машинка. Здесь большая посудомойка, обычный холодильник, микроволновка, духовой шкаф, варочная панель. Зато у них здесь, смотрите, еще стоит диванчик, красивый радиатор, PlayStation с телевизором. Сюда поместился раздвижной круглый стол с красивыми стульчиками. Кондиционер, натяжные потолки и на полу уложен кварцевый ламинат единым контуром. Посмотрите с комнатой. Оцените, как вам такая кухня-гостиная. Причем обратите внимание, что с коридором она связана не через портал, не через проем, а просто проход. Это добавило много воздуха и много площади к помещениям. Общая площадь квартиры 39 квадратов.